Золотая шайба в шаге от завершения. Финальные матчи республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею на призы президента Беларуси начались сегодня на ледовой арене Жлобина. Кубок разыгрывают лучшие команды дивизиона Б 2002-2004 годов рождения. Всего в числе участников 100 человек. Сегодня сыграли 4 команды Гомельской, Минской, Могилевской и Витебской областей. Эти ребята приехали из районов, где нет специализированных ледовых арен. При этом организаторы отметили неплохой подготовку. Готовку юных хоккеистов. Вообще, эта скорость, этот адреналин, это вообще непередаваемые эмоции, которые хочется получать каждый день, то есть это вообще кайф для нас. Золотая шайба – это здоровый дух, здоровый образ жизни. И вообще, да, мы, конечно, это шанс показать себя. То есть вот мы такие вот с деревни и приехали, и все-таки можем и что-то сделать. Мы, как говорится, ищем самородков, конечно же, поэтому, а вдруг кто-то найдется, который станет будущим у нас чемпионом мира или Олимпийских игр. Направлены эти соревнования, чтобы дальше эти дети могли попасть в специализированное учебно-спортивное заведение, в спортивные школы, заниматься уже более профессионально хоккеем. Матчи будут идти 3 дня. В последний день на лед выйдут все области участницы. Победитель определится 28 марта.